кого какие планы на эти выходные? Лично у меня на эту субботу посетить финальное мероприятие музейного проекта «Кинолето». Киноконцерт с историческими отступлениями «Все кино» о Ярославле. Так что, друзья, на один вечер забываем о грибах и даче и встречаемся в музее. Мы будем смотреть не это кино. Мы отведем ее в милицию. Мой муж отведет. Да, но мы же едем на дачу. Муля, не нервируй меня. Сначала отведем в милицию, потом поедем на дачу. И даже не этот фильм. И не этот. А что же мы будем смотреть? О чем же мы будем говорить? Мы будем говорить о тех фильмах, которые сняты в Ярославле ярославцами о Ярославле. Причем это будут не только художественные фильмы. Мы покажем первую съемку, которая была сделана в Ярославле в 1913 году. Это прибытие Николая II. Мы покажем документальные фильмы. Ну, в отрывках, конечно же. Мы покажем, не можем не затронуть тему анимационного кино. Мы будем показывать не только фрагменты из художественных фильмов, которые нам всем известны и всеми нами любимы. Мы также покажем и архивное кино, и фрагменты из документальных фильмов, и из анимационных фильмов. В год кино не можем не вспомнить любительские студии Ярославля и фрагмент фильма, который снял Рэм Устинов, «Ритмы Ярославля», вы увидите на нашем киноконцерте. Не случайно наш киноконцерт называется вот не просто кино, не просто концерт. Вот это такой симбиоз, это такое сочетание. Почему? Потому что мы будем показывать на звонницу отрывки фильмов, и большинство из них будет сопровождаться живой музыкой. В нашем киноконцерте принимают участие муниципальный духовой оркестр, ансамбль народных инструментов «Золотые купола», будет петь Елена Тарадай, Михаил Сим. И еще среди участников нашего киноконцерта это операторы, режиссеры, актеры. Не могу сейчас вам открыть их имена. Это все для вас сюрприз, который, я надеюсь, вы узнаете, прочувствуете, будете рады уже на самом концерте. Будем мы говорить и о талантливых ярославцах, которые родились в нашем городе и потом получили старт мировой кинематограф. Будем мы говорить о тех актерах, творческая жизнь которых начиналась в Ярославле. И здесь будет для наших зрителей некоторое такое открытие звезды мировой величины и тем, как она связана с Ярославлем. Билеты уже находятся в продаже в кассах музея. Наши кассы работают с 9 утра до половины 8 вечера, причем как с Богоявленских ворот, так и со Святых ворот. Ни обеда, ни выходных нет. Конечно же, перед началом киноконцерта вы можете купить эти билеты. Цена билета полный взрослый 200 рублей. Для пенсионеров и студентов скидка, и этот билет будет стоить всего 100 рублей. Этим концертом мы заканчиваем проект «Кинолето». И я надеюсь, что все поклонники этого проекта и все те, кто любит кино, все те, кто любит наш город Ярославль, обязательно к нам придут. Приходите, мы вас ждем.